Я приветствую вас, дорогие друзья, мы в Shadow Fight. И продолжаем миссии на босса. Я отправлюсь уже, получается, наверное, в следующей серии, друзья. Хочется закончить сегодня миссии побочные и забрать с них рубины. Поэтому немножко придется еще потерпеть, но это круто. Это круто. Останови вестника, который взрывает вышки. Теневой адепт, минное поле. Окей, погнали. Теневой адепт, минное поле. Пока что нету локации, где мы сражаемся, скажем так, в ивенте побочный эффект. Возможно, она будет во второй части 7 главы, я не знаю. Но пока что ее нет. Может быть, ее и не будет. Она чисто для ивента. Это даже очень прикольно, кстати, если это так. Но то, что сет напрямую связан, в принципе, с 7 главой, хотя дали нам его раньше, это прикольно. Окей. До свидания. А, его же взрыв завалил только что, я понял. Но это было прикольно, это было круто. Стойка с катарами тоже прекрасная, мне нравится. Так, окей. Забираем вещи. Я все в надежде, что что-то легендарное бахнет отсюда. Ну, было бы неплохо, конечно. Карусель. Да, но Гизма в прошлой серии из ниоткуда появившийся. Не, мы как бы уже многие предполагали, что это он. Еще по той улыбке. И действительно, да. Фразочка вот эта, старый друг, все дела, лучше новых друг, или лучше новых двух, что-то такое было там от Неки. И как бы да, как бы оно и вот оно, выливается в Гизмо, в Колю Баскова. Лысый, правда, стал. Как мне его теперь называть? Победи безумного создателя, который устроил теневую бурю. Безумный создатель? Чего? Какой создатель? Я сейчас обосрался. Это не про вторую часть отсылка, я надеюсь, там. Безумный творец. А, окей. Это, короче, это Адзума на минималках, я понял. Слушайте, ну, ребят, вот скажите, что катары фигня. Катары охеренные. Они притягивают, они бьют. Так, окей. Что ты делаешь? Да в смысле? Да подожди. Блин, смотри, он не дает подойти просто. Красавчик какой, а? Так, хорошо. Круто. Интересно. Ну, в дуэлях мы тоже посмотрим, какие будут локации. Поменялась ли музыка на них, тоже интересно. А хотя фиг его знает. Может, баг с музыкой до сих пор остался. Сейчас посмотрим. Если этот баг распространяется, конечно, на эту главу. Да ладно. Ах да, мы теневушечку давайте. Да, в смысле? Даже теневуху не дает применить этой пушечкой, козел. Так, ну все, теневуху я не посмотрел, ладно. Но там не сверхъестественная какая-то теневуха, такая, по-моему, есть. Но оружие великолепное, я считаю. Что у легиона, что у вестников. Прекрасно. Сейчас нужно эпическую катану замутить, получается. Эпические сабли. Эпический... Кто там еще-то был эпический, а? Эпическую катану, эпические сабли. Еще что-то было. А, редкий дадао. Вот это вот, все эти штучки надо позамутить. И катану, катану. Обязательно. А, подожди. Эпические сабли, эпическая катана. Я же назвал ее, да? Да. У легиона вроде что-то еще было эпическое, если не ошибаюсь, а может, не было. Подустал. Записываю все подряд. Вот. Источник жизни. Благо, время пока есть. Еще часик с чем-то. Я надеюсь, мы успеем. Потом мне нужно будет сваливать. Так. Окей. Блин, ну где же Джун моя? Я вот все никак не понимаю. Опять ее нету, половину главы 7. Ее нету. Обязательно нужно найти ее. Обязательно.
что с ней стало, блин. Так, окей. Образец бота-разведчика. Да, я, кстати, не посмотрел на твое имя. Прости, чувак. С паладины... А, с мечами ликвидатора ходит паренек. Прикинь, да? Нормально. Нормально живем. Так, окей. Нормально. Нормально. Пошел отсюда. Отлично. Да, жалко, что глава финальная, конечно. Жалко. Ну, будет вторая часть, но... Надеюсь, она будет еще больше, чем эта. Надеюсь. Окей, продолжить. Так, мы подходим, в принципе, завершаем. Возможно, мы даже в этой серии босса вытащим. Сейчас посмотрим, как это будет. С побочками, если быстро расправимся, то будет неплохо. Я тоже хочу узнать, что с моей девочкой. Вот, поэтому... И что там дальше с тенью-то делать? Останови паникующего вестника, который стремится в зону молнии. Теневой адепт. Так, снова чел, который теневушечку будет сейчас заряжать от души. Окей, я понял. Я понял тебя. Это же Сяньзы, ребят. Это Сяньзы, ребят, о чем вы? Это Сяньзы вернулся к истокам. Я понял. Давай, иди отсюда, Сяньзы. Ну смотрите, это же вылитый Сяньзы. Капец. Электрический дракон. Сначала был династом, потом стал вестником, потом изучил три стиля, стал ксандером, в итоге вернулся к истокам, одел себе камы и повязку династа. Отлично. Только совсем не состарился, как ни странно. Вы посмотрите на этого человека. Он вообще не состарился. Мне кажется, он выпил эликсир бодрости, бессмертия, еще там чего-то, вазелином смазался полностью. Вообще не кончается человек, вы понимаете? Ультра Сяньзы. Окей. Он овер до хренища чего-то там навыпивал, я понял. Так. Ага, потихонечку подходим. Подходим потихонечку, давай дальше. Миссия на невозможно остается. Но я думаю, в этом же сете ее и попробовать пройти. Или династа одеть. Одену династа, наверное, с Дадао. Под последнего босса, наверное, сложность там подбросится неплохо. Но сейчас посмотрим. Ивенты очень сильно нам протестируют голема какого-то. А, ивенты сильно нас усиливают. И приходится балансировать, чтобы было интересно. Мне тоже неинтересно проходить все на изи за две плюхи. Неинтересно. Единственное, кто мне дал реально побомбить, это Бола. В этой главе, в седьмой получается. Вот, а так... Я понимаю, что ивенты нас очень сильно качают. И интерес может пропасть. Поэтому я, правда, хочу играть на более жестких условиях. Чтобы было невозможно, сложно или безумно. Это интересно. Это интересно, это... Ну, это правда больше как-то зрелищно, для меня даже лично, и интереснее играть. Вот. А не проходить ивент тоже не могу, потому что, ну, хочется как бы получить и комплект посильнее, и рубинчики где-то не помешают лишние. То есть, выбор как бы, ну, не сильно остается, я не знаю. Если бы был, допустим, ивент не с предметами экипировки, а ивент чисто для рубинов, чисто рубины давали бы или еще что-то, то да. А так в каждом ивенте мы привыкли видеть какую-то экипировку. И поэтому она нас очень сильно усиляет и прокачивает, и мы быстро можем пройти главу. А это минус интерес. Так, окей. Так, ну теневуха, понятно. А, ну да, теневуха же обычная, старая, точно. Я забыл, просто посмотрел. Забыл. Да. Я еще когда в первой серии седьмой главы, когда она вышла, где мы смотрели на бустеры, я еще обратил на это внимание, но что-то, по-моему, я это и не сказал или чего, что теневуха обычная. Привычная нам. Так, окей. Все, пошел отсюда. Вместе со своими молоточками.
Я бы еще не прочь сразиться на локации храма сферы. Там музыка классная и локация классная. Там все крутое. Безупречное прям. Ломается, скорее всего, голос, ребят. Вы извините. Потому что я записываю все сразу. Да, сложно. Так. Остается за малым. Остается за малым. Еще побочки 3. Ориентировочно осталось пройти. Возможно, мы даже сейчас прибежим к боссу. Возможно, возможно, конечно. И разберемся с ним. Так, заставь одного из мотыльков вернуться в родное племя. Ага, мотыльки — это люди, которые поклоняются Бола, по-моему, да? Да, по-моему. В общем, поклоняются. Окей, это, такого чела мы уже видели. Это специальная новая народность, мотылёк называется. Они ходят голые. Но это не значит, что они слабые. Они очень даже овер неплохие. До свидания. Получил чувак по своему шейному позвоночнику. Шейный отдел, шейный позвонок. Ну, короче, я его где-то сломал там по-любому. Да. Так просто голова не отгинается, когда бьют ногой. Значит, чувак попрощался с головой. Окей, зеленый мотылек. Да, зеленоватый цвет я наблюдаю. Прослеживается идеально. До свидания. Good morning. Эх, вот это было бы красиво, если бы я достал тебя, бро. Ну все, чувак, два раза твоя шея страдает в конце. Это невероятно, бро. Это невероятно. Ты прости. Ты прости за свою шею. Прости. Я не хотел. Правда. А, кстати, когда вот эта локация была в ночи, я говорю, этой вышки нету, мы же в прошлое с вами ходили, точно, я в тот момент тупанул немного, если что, сорянте, ребят. Потом же появилась эта вышка, получается, уже. Чуть-чуть подтупил, сорян. Так, окей. Да, я так полагаю, еще парочку, может, сейчас еще 3 квеста осталось, может быть. А может и нет, фиг знает. Сейчас узнаем. Мишен легко. Давай скорее. Это, конечно, эти подлаги тратят время, но ничего. Помоги любопытному кочевнику убежать от теней пустой комнаты. Окей, помогу. Без проблем. Мастер теней. Помогу без каких-либо приколов, проблем. Ну, короче, чтобы проходить 7 главу, вполне хватает около 15 тысяч сил, если ты хочешь все нал... Что? Кого? Чего? Можно выйти-то отсюда? Я без комментариев, просто, серьезно. Абсолютно. Я так понял, сейчас последний будет квест. Нет, или еще 2 побочки будет. Наверное, 2 еще. Давай, нажимайся.
Отвлеки охрану, пока кочевники одолжат часть теневых запасов. На слабо. Окей. Проверка на выносливость. Я понял, выживаем. Один раунд, да? Хорошо. Вот у него костюм, как у Гизма, кстати, если что. Вот я поэтому вопросом задаюсь, как так? Это всего лишь глупый охранник, а костюм у него как у Гизма. Да, жестко. Так, ну, я так полагаю, сейчас остается последняя побочная миссия. Я правильно понимаю? Наверное, так. Окей, новый предмет выпал, смотри. Память империи. Класс, класс, класс. Это к сету, к костюму, вернее, тому, который вот новый был. Сложно. Две миссии. Ну, в общем, миссии вошли в свой привычный, скажем так, в свой привычный ход. Я не знаю, как это сказать. Давай возьмем вестников. Я хочу попробовать достать вот эти вот катары с сундуков. Давайте откроем их сейчас. Так, ну мы почти прошли с вами и уже готовы забрать эту карту, можно сказать. Давайте заберем. Заберем эпический пак, возможно, выпадет что-то сочное оттуда, нужное для меня. Легендарные вещи, как вы знаете, оттуда тоже падают. Я уже забрал, сейчас просто долгие думки почему-то у нее идут. Окей. Так, все, хорошо. Это сделано. А, сейчас пак. Должен появиться пак прямо здесь, в экране. Я пока не хочу, чтобы он... чтобы он завис или что-то там было еще. Подождем этот пак. Я уже привык так открывать на лаганиях. Но это лучшее, что я могу пока что делать, потому что на других эмуляторах вообще жесть происходит. Там просто проваливаются текстуры со всех сторон. А на телефоне тоже, увы, я испытываю такие пролаги. Отлично! Новая катана пролетела. Скальпель. Прекрасно, просто прекрасно. Возможно, даже сейчас ее напялю на себя, чтобы пойти на босса. Так, вернее, я это сделаю в следующей серии. Ну, давай посмотрим, что она из себя представляет. Вот она, великолепная. Так, окей, интерфа. Прилив, ладно. Давай комариный укус. Потом сюда мы интерфу оденем. Вот это тоже классный перк. Да подожди, я ее так ставлю и не смотрю, все. Ух ты, красивая, очень красивая, мне нравится. Так, это с пака нам выпало. Давай теперь попробуем открыть. Так, подожди, выйди отсюда. Сюда. Выйди отсюда, сюда. Вот это. Я открою вот это. Я обязательно открою вот это. Возможно, выпадет что-то нужное сейчас отсюда. Если выпадут катары, новые катары, это будет просто невероятно. Так, давай. Обвинители. Сверхновая. Вулканические латы. Модулятор. Вот это класс. Вот это классно. То, что новый предмет, это хорошо. Это прекрасно. Давай откроем эпик. По фану. По фану откроем эпический сундук. Посмотрим, что будет из него.
Возможно, будет что-то крутое. Давай. Робомолчание, нейровизор, капюшон служителя, так. Все. Окей, ладно. Но пока что ладно, пока что так. Я думаю, дооткрываем на следующий раз. Я возвращаю себе костюм свой. Я его хочу усилить. Так. Шлемак можно снять. Вот в таком состоянии закончить в следующий раз. Так. Металлку можно эту одеть. Да. Все, друзья, всем спасибо и всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и рассказывайте друзьям.